Всем привет! Вы на канале Татьяна Ковальчук. Сегодня буду сеять дельфиниум. Эти семена у меня остатки с прошлого года. Все знают, что дельфиниум очень плохо всходит. И если семена не свежие, то всходы у нас очень невеселые. Но так же получилось у меня. В прошлом году я сеяла, и вот то, что осталось... Всходы были небольшие, но, в принципе, как бы мне бы и хватило, но дело в том, что эти семена будут лежать и совсем потеряют схожесть. Поэтому посею. Пересаживать в прошлом году остатки семян уже было ни к чему, потому что время упущено было, хотя его можно и позже сеять. Но многолетники, которые мы садим, пораньше они имеют такую тенденцию зацвести в этот же год посева. И нам всегда хочется садим рассаду, и, конечно, чтобы она зацвела. Вот я высыпала в ладошку. Семена такие достаточно крупненькие. А почему я их решила посеять? Лежали они у меня в холодильнике. Так вот посею густо, потому что могут не взойти. Помечу, что здесь белый. Белый был очень интересный. Такие цветки похожи на гиацинт. Вот такой вот нежный, тоже очень красивый. Этих чуть побольше осталось семян. Семена такие достаточно крупные, очень удобно с ними работать. Ну, вот так вот такое количество. Просто в бороздочки раскладываю. И, как написано, присыпать 0,3 сантиметра. То есть совсем чуть-чуть. Но бороздки я сделала глубокие. Сейчас вот этот еще посадим, красивый вот такой. Еще покупала дельфиниум. По-моему, новогвинейский, наверное, красивого розового цвета. Но он у меня не взошел ни один. Во-первых, там в пачке было очень мало семян. Я их все посеяла, он ни один не взошел. Ну, не знаю, опять же, от семян зависит. Иногда зависит от ухода. Может, как-то не так я его посеяла. Ну, из этих взошли, а розовый не взошел. Ну, который больше хотелось, тот и не взошел. Так часто у нас бывает. Вот этот как бы вроде есть такие расцветочки, но вот из этого могут появиться другие. У меня вот такой вот фиолетовый и синий есть. Вот, сейчас так положу, чтобы мне не перепутать, потому что не подписала заранее. Теперь что я хочу сделать? Засыпать земельки, но совсем-совсем чуть-чуть. Земля у меня приготовлена пушистая, легкая. Слегка-слегка совсем присыплю. 0,3 сантиметра – это совсем мало. Можно руками как посолить. А глубокие бороздочки, так они, видите, и остаются глубокой бороздочкой, если видать вам, конечно. Потом, когда они взойдут, просто вот отсюда к корешкам немножко подгрести землю. Потому что неглубокая присыпка всегда, она как бы оголяет корешки. Это я уже на собственном опыте знаю. Вот, и поэтому со сторонок... Ничего не травмируя, немножко сгребем земельку, и они будут как прижаты слегка, и будут еще долго сидеть в этой плошечке. Конечно, хорошо пролью. Грунт, опять же скажу, у меня хороший, перлит вермикулит добавлен. Ну и вот в распылитель добавила немножко эпина. Так как семена не свежие,
добавила эпин. Посмотрим, как они будут сходить. Сейчас просто это все плошечку поставлю в пакет. И поставлю в теплое место. Пускай сходят. Сходят они. Сейчас мы посмотрим. Что-то я уже забыла, сколько они сходят. Ну, тут они пишут, на какой день они сходят. Ну, неважно. Мы никуда не торопимся. Когда взойдут, тогда и взойдут. Вот, посеяли еще дельфиниум. Впереди еще будет много у нас посадок разных цветов. И это все я вам покажу. На этом я заканчиваю. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Всем всего доброго. До свидания.